Всем привет, друзья, с вами Караваш74, и сегодня мы продолжаем прохождение игрушечки Hardline. В общем, мы этого чувака, мне пришлось переиграть миссию, и, в общем, чувака я оставил здесь. Миссию переиграл, потому что она не сохранилась на этом месте, паскуда. Но ничего страшного. Он сказал на складе. А склад, я так понимаю, здесь. Ну да. Как войти туда? Будь начеку, пока я хожу по складу. Отлично. Если кто-то появится, я дам тебе знать. Ща их разнесем. Да не на ту, вот так вот надо. Хани-хани-хани-хани-о. Ты один здесь, что ли? Стоять! Руки вверх! Вот и все! Пригнись, придурок, пока не спалили. Отлично. Выглянусь. Куда выглядываете? А где музыка-то играет, я понять не могу. Надо бы ее отключить, эту музыку-то. Ну, у меня так-то, в принципе, здесь все настроено. То есть мне, по большому счету-то, ничего здесь больше и не надо. Лазерные растяжки вот у меня появились. Взрывчатка. Но это мне ничего не надо. То есть я не буду этим пользоваться. Ну, их нахер. Да где музыка играет? В машине, похоже, играет музыка. Сейчас. Сейчас попробуем. Да, действительно. Выруби ее, а, чувак. Отлично. Ух ты, сколько их тут. Да не вибрируй пока. Так, этого можно вызвать. Арестовать его не получится, это явно. Здесь у нас еще чувак стоит. Я думаю, как по стелсику бы отработать. Интересно, а здесь проглядывается? Нет, здесь шкафы, здесь не проглядывается. Опа. Полиция! Не дергаться! Ладно. Сейчас попробуем быстренько все сделаем. Открыть сканер. Да не до сканера еще пока. Так, одного забрали. Там еще один стоит. Спалим его. Так, здесь у нас получается этот. Там еще один чувак. Стой, где стоишь! Ладно. Чего? Ух! Ничего, чувак. Ничего, абсолютно. Все потихонечку сейчас сделаем. Нет, стрелять не буду. А где лазерный прицел? Лазер вырубился. Ну ёпты. Блин, как заколебала эта музыка уже, а? Руки вверх. Вверх, сказал. Вот и все, не надо. Вот и все. А остальных можно перевалить. Но мы попробуем сейчас задержать последнего. Тут, в принципе, проблем-то никаких нету. Ты заколебал, сука, выключи музыку. Вот и все, не надо. Вот и все, давай, все уже. Реально музыка. Блин, лишь бы YouTube не покарал меня за эту музыку, иначе придется ее вырезать. Где она играет, я не пойму. Во.
избавились. Так, в ящик заглянем и тут же выходим из него. Далее. Что далее? А, сканер. Че? А, ну. Окей, неохота подходить. Это называется лень. Окей. Все собрали? Да, все собрали. Поехали. Я думаю, что в ближайшие дни, ребятки, мы ее пройдем уже. Надо с ней заканчивать, потому что и без нее. Так, а теперь-то что нам сделать? Ворота открыть нам надо? Нет? Теперь что делать? Отсюда не выпустят, это понятно. Здесь эти все лежат. Там я вышел. Здесь зашел. Куда теперь-то идти? АК у меня есть. А, во. Опа. А, так тут просто машина с багажником. Ну, голуби. Багажник, это все мне напоминает. Тайсон, забираю ноут паренька. Вчерашний день напоминает. Эй! Опа. Ой-ой-ой. По-моему, пора уходить. Не бойся. Я возвращаюсь. Не думаю, что он выжил. Смотрите, да. Смотрите там! Он должен быть тут! Проверим, что это. Дерьмо! Навоняли тут! Что значит навоняли? Напахли! Напахли! Они на складе. Заваливать их надо всех. Черт! Проверьте, да. Открыть можно? Здесь! Следующий. Давай, вопрос. Еще один. Черт возьми! Последний патрон, черт! Фак. Я увидел ее, блин, но было уже немножко поздно. Так, уходим отсюда. Ни черта не вижу. Да, забираем ствол, берем. Выходим здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не высовывайся. Видишь что-нибудь? Конечно, видит. Забери паренька из багажника и давай сюда. А я что делаю, мать твою? Стреляйте в него. Сука. Ах ты. Fucking shit. Ага. Прикуришь, что у меня сейчас паскуда. Тайсон, багажник пустой. Багажник, говорит, пустой. Я еще даже не проверил. Ага, поджарился. Дадим гаду прикурить. Блин, патроны. Вижу его. Какого хрена? Забирай. Да. Мне нужен какой-нибудь калаш. Зачем мне эта херня? Да не то это. Сюда! Прострелите его нахрен. Нахрен я тебя сейчас прострелю, паскуда. Подстрелить! Ух ты мой! Быстрее! Оп-оп-оп! Ай-яй-яй-яй-яй! Черт подери! Это реальная проблема начинается. Так, забираем все оружие, потому что иначе сейчас меня тут нагнут вообще. Где чуваки еще упали? Вот они.
Двоечка. Вот черт! Да, с такого расстояния стрелять очень плохо. Очень-очень-очень плохо с такого расстояния стрелять. Тем более, когда еще патронов нету, это вообще очень плохо. Есть что-нибудь-то? Да, у меня здесь есть 6 патронов. Это не может не радовать. Потому что у меня остальное все вообще все пустое. Да и здесь, в принципе, не полно. Где это паскуда? Погодь! Получил в руку. Мочканул я его. Ты вовремя, Мендоза. Еще бы. Ну все, пошли! Уходим. Где парень? Не знаю. Испарился. Мне нужен ноут. Я сказал тебе ждать в багажнике. Действительно. Мы же ему сказали. В багажнике, сука, жди. Я за рулем сегодня. Обходи! Налево! Блин, а че ты, сука, раньше ты не сказал? Я же езжу-то очень быстро. Да тихонько. Направо! Вдоль реки, не останавливайся! Газ полный! Да тихо ты, грамотей. Газ полный, пол. Сам знаю, куда ехать. Точнее, вижу. Надеюсь, YouTube меня не накажет за эту музыку. Забаговались. Баги. О, господи. Все забаговано. Вот так вот. Нихера. Блин, почему? Тихонько. Вот я про это и думал. Думаю, а если нырнуть в воду, что будет? Вот мы и увидели, что будет. Поехали. Что там загружать-то? Ну что, поехали? Пошел, пошел, пошел! Так иду! Ты отстреливался бы хоть что ли, чувак? Налево, налево! Да знаю я уже, куда ехать. Не гони. Направо, вдоль реки, не останавливайся! На какое право вдоль реки, придурок? Вдоль реки бы сказал, а то направо, налево. Отстреливайся лучше. И не доводи меня. За рулем-то я сижу. А то все на автобусе у меня сейчас поедете. Высажу нахер всех здесь. Сколько голубей. Машины здесь забагованы. Смотрите, что творится с машиной впереди. Оп, одна ушла. Оп. Тихо. Сюда. Блин, стекло уже почти вообще ни хера ничего не видать. Какого хрена вы натворили, парни? Блин, да что ты, сука? Здесь нельзя гнать-то сильно-то, блядь. Да нахуй ты мне постоянно это оружие предлагаешь, если я еду на машине? Стрелять я все равно не могу в машине. Зачем мне оружие, блядь, предлагать? Начинается нервотрепка, блядь, с машинами. Пошел, пошел, пошел! Да иду, иду, иду. Подгузники все поменяли. Налево, налево! Я тебе прибавлю сейчас. Докомандую, что ты. Направо! Вдоль реки, не останавливайся! Да, рот закрой на. Я за рулем сижу. Нечего мне тут, блядь, пытаться. Туда-сюда, блядь. Сам вижу без тебя. Как там говорится-то, без сопливых солнца светит, по-моему. Та-ра-та-та-та-та-там. Почему я стрелять-то не могу? Нахрена вот тогда оружие мне предлагать здесь? Забагованная машина. Одна ушла. Так.
одна разворачивается. Ах ты, сука. Здесь медленно еще, вот в чем дело, ты не поедешь. Ты дурак, это там, что ли? Какого хрена вы натворили, парни? Оу, ты че, дурак вообще? Да ты че, идиот? Нихера, он в че там стреляет, я не пойму. Я вообще не вижу, куда он поехал. К съезду направо. Направо к съезду. Все, направо. Тайсон, займись ими. Я не могу стрелять, когда все так дергается. Давай поменяемся. Да, действительно. Хватай баранку. Есть, ладно. А. Давай, хватай, паскуда. Давай, держи руль, держи. Держи руль, свинья. Рули. Смотри, как делают тормозни профессионалы. Тормози на углу и прикрывай. О, давай, господи. Давай застанем их врасплох. Что такое? А чем мы остановились? Давай, бей! А чё встали? Вон еще один. Где? А-а. О, нихера! Слушай, давай двигай уже вперед. Уже реально заколебал. Блин, тут вообще нет. Их вообще очень трудно обстреливать. Куда ты едешь вообще, чувак? Ой-ой-ой, блин, ахамуха. Действительно. Параллельно ей. Один все еще на хвосте. Да я вижу. Я знаю. Я тоже знаю. Поезд! Этот гад прижал нас. Стреляй по нему, стреляй по тачке. Да я ему всю башку уже прострелил-то. Стреляй, стреляй по тачке. Нихи... Ой-ой-ой. Никогда больше так не делай. Да. Не надо так больше делать. А сбежать на машине, цель достигнута. Мы красавцы. Вообще красавцы. Такая заваруха. Машина вообще в дребезги. Так, это было круто. Почему целая армия охраняла этот склад? Видел наркоту? Какую еще наркоту? Тачки. Дай ему премию. Они разбирают тачки, набивают их наркотой и собирают их снова. И продают в дилерском центре. Эх, жаль, сам не догадался. Это дилерский центр Канга. Тачки со всего мира привозят поездами. Канг набивает эти тачки наркотой, а парни Доуза отправляют поезда. Парни Доуза. Да ладно. Поезда разгружаются прямо у мастерской Канга. В смысле, это недалеко. Загляните туда. Давай отстраним этого Канга от дел. Почему бы и нет? Сегодня как раз тихий денек выдался. Машину надо заменить сначала. Прошли, походу? О, ё-моё. Ну, опять 25. Так, операцию управляют оттуда. Надеюсь, это не зря. Не зря, если это навредит Доузу. Кто все-таки этот как? Крышует центр Лос-Анджелеса, любит засовывать людей под пресс. Жена красавица. Хорошо платит. Неплохо вроде все, кроме пресса. Еще он стоит во главе операции Доуза. Если его завалить, Доуз останется без друзей. Слушай, долго будете базарить? Пошли воевать уже. Куда идти? Направо, налево? Налево, наверное. Да, точно. Во, да, е. Так. Пистолетик, я думаю, что нам понадобится игл. Тут, по-моему, теперь даже глушак есть. А, нет, тут толщение ствола. Это точность у нас превышает. Остальное все падает. Наведение. Давай поставим. Очень мощная будет теперь пушечка. Так, а что это? Оптика.
Ну, все нормально. В принципе, вооружились до зубов. Так. Глушитель не надо. Не надо глушитель. Ну и нахер. Все, поперли. Видишь, там разгружаются парни Доуза. Корейцы побаиваются их. Пошли и познакомимся. Идите, знакомимся, ребята. А я пока здесь кое-какие перестановки сделаю. Так, так, так. Ну, давай его обратно возьмем. И винтовочку, наверное, мы тоже на нее глушачок напялим все-таки. Да. Пусть она хреново будет теперь стрелять, но... Да. Подготовка занимает очень большое время. Так, нам нужна оптика нормальная. Я не могу попасть в такой оптике. Сука, это максималка. Ладно, ворот тебе ноги. А вот теперь нам уже такая винтовка не понадобится. Точнее, глушитель нам не понадобится. Нам нужна убойная сила большая нужна. Поехали в открытую, чё париться? Блин, забыл этот игл взять. Кого вы взяли, придурки? Патроны, патроны, патроны нужны. Сука, отовсюду палят. Может, ты меня прикрыл? Прикрыл бы меня уже. Пес. Я не пойму, там с чего стреляют. Да я горю быстрей! Кого вы взяли, придурки? Туда! Куда туда? Я тут? Остановите его! Да ты чё? Да-да, я видел, что они бросили. Но я подумал, что это бутылка с горючим. В тихую не получится. Берем сразу в громкую. Игл забираем. Все. Поехали. Да уж, сложноватый уровень получится. Но нам главу надо закончить. Поехали! Че встали? Сука. Да ты чё, в матрице что ли родился? Отлично. Чё отлично-то? Дайте я патроны возьму. Все отлично. Вот теперь точно отлично. Пошли. Ник, я прикрою. Не надо никого прикрывать. И так все хорошо.
Что это за болгарка? Я тоже разберусь, ребятки. Я тут, конечно. А где ж мне быть-то? Сука. Выходим, 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 выходим. Так. Это немного сложнее, чем я думал. Вот и он! Я знаю, что надо валить. Оп. Давайте сломаем сразу тревогу. Ты мне пойдешь сюда, туда. Он ушел сюда. Я не здесь. Эй! Сканер еще заколебал пищать. Чего? Блин. Я пойду с ним. Нужно проверить, что это. Достаньте этого ушлепка. Он должен быть здесь. Сейчас добазаришь, ушлепка. Где он? Да тут я был. Что это такое там? Ни хера там он поливает. Забаговался. Чё, да? Иди. Чё стоишь? Вот он. Я не уходил, тут был всю дорогу. Пробегаем. Слышь, каким тебя возомнил? Всё, ганга устранили. Патроны, патроны, патроны. Дерьмо. Улики есть какие-нибудь? Что такое? Не срабатывает. Черт побери! Ага. Есть. Замечательно. Че ты крадешь что-то? Пошли! Че надо делать-то? А, пойду я найду сейчас эти улики. Блин, все пищит. А где че? А, во, номера. Опа, готово. Все? Нет. Там что-то мигает, кстати. Где что еще? Что еще где? Может, в машине что-нибудь? Нет. Ага, ящик. Так, письмецо. Неплохо тут обустроились они. Ой, ёптать, тут можно было зайти. Все? Вроде все.
Не знаю, а чё, почему не заканчивается миссия? Так. Блин, да заколебал ты пищать. Где? Что? Слушай, ну я не вижу ничего. Чё тебе надо? Должно быть там что-то ценное. Очень, наверное, ценное. Подождите. И телефон пищит весь. Во! А, нет, не то пальто. Твою мать, а где чё? Ну не на потолке же. В конце концов. Либо, короче, я ослеп, либо еще что-то. Хер просышь. Ну и чё? Блин, осталось последнее доказательство. Последнее, сука, доказательство, и не найти не могу его. Реально, блин, фейл. Включите сканер. Включил. И... сюда ближе подходим, начинает пищать. В машинах ничего нету. Под машинами тоже. Эти быки все валяют. Валяются. Я не знаю, короче. Срал я с высокой колокольни, короче. Поехали. Поехали. Цель достигнута. Ух ты, бабла сколько. Похоже, это главный склад. Да здесь этой наркоты на 10 миллионов баксов. Ты что, человек наркодождя? Ладно, оставим это копам. Я не позволю копам забрать это. И что делать со всем этим? Мы в Лос-Анджелесе, я могу разгрузить это за 6 дней. Да о чем разговор? Знаю я тут одного баскетболиста. 4 дня. Тайсон, я не шучу. Уходим. Я заберу это отсюда. Можешь помочь, если хочешь. Этот погрузчик еле-еле плетется. До Голливуда неделю ехать будешь. Ну, давай же! Эй, Тайсон! Да вижу я! Да что копаешься тогда? Толкни эту хрень еще немного! Может, сваливать пора? Тайсон, блин! Давай сюда, толкни! Давай! Вот дерьмо! Да не достанься же ты никому, это называется. Парни, порошок. Ни слова. Да, нормально. Все в Герыче. Дали бы, она бы занюхалась. Давайте на этом, ребятки, остановимся. С вами был Карабаш74. Мы с вами продолжим в следующей серии. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик ВК. Не забывайте, ребят, ставить лайки. Всем удачи, всем пока. До новых встреч.